Соберем в канун наступающего 2014 года оригами лошадь. Для этого нам потребуется лист синей, голубой бумаги. Из листа делаем квадрат. Сгибаем вторую диагональ. Заправляем к центру все края квадрата. Складываем треугольником. Складываем еще раз треугольником. Вот из такого треугольника делаем вот такую штуку. Обратите внимание, вот он так лежит, вот сюда вот вставляем палец и изгибаем вот таким способом. То же самое делаем и со второй стороны. Полученную заготовку вот таким способом изгибаем, еще раз показываю, открываем створку и заправляем края. Хорошо проглаживаем линии изгиба. Аналогично поступаем и со второй стороны. Боковую сторону поворачиваем вот так вот, проглаживаем, аналогично сгибаем вторую сторону, переворачиваем заготовку, делаем то же самое в другую сторону. Берем уголок, сгибаем внутрь, вот так вот, симметрично. То же самое делаем со второй стороны. Складываем створки вот так вот. Раз и два. И теперь начинаем выкладывать нашу лошадь. Проводим условную линию. Вот так вот. И формируем голову. Сгибаем наружу. Проглаживаем. Так как морда у лошади не острая, а затупленная, то мы формируем так. Теперь надо сделать уши лошади. Для этого потребуются ножницы. Вот этот уголочек подрезаем. И формируем уши. Берем угол просто и поворачиваем наверх. Хвост. Хвост при необходимости можно будет подрезать потом с
сформировать его в нужную форму. В итоге у нас получился вот такой вот полуфабрикат. Так как бумага сохраняет упругость, рекомендую заклеить створки со стороны хвоста двойным скотчем, чтобы подделка у нас не расходилась в процессе. Кусок скотча устанавливается в район головы. Склеиваем голову. Вот она у нас теперь будет сохранять свою форму. Другой со стороны хвоста. Рисуем прорези. Берем ножницы. И по намеченному вырезаем. Сразу заодно можно подрезать и хвост. Ну вот у нас уже получилась лошадка. Конечно, ее необходимо раскрасить. Берем фломастер. Рисуем глаз. Можно рот нарисовать. Нос, гриву. Хвост. У кого есть желание, можно нарисовать уздечку. Лошадка очень устойчивая. Можно поставить на стол, под елку. Можно подвесить как игрушку на елку. Год лошади будет у вас со своей лошадью.